Этим летом Ярославская область станет центром притяжения туристов со всего мира. Уже через пару недель стартует рок-фестиваль «Доброфест». 70 музыкальных коллективов из 40 регионов России, а также стран Европы выступят на сценах аэропорта Левцово. В середине июня уже в Угличе пройдет масштабный велофестиваль. Кроме него, для туристов будет организован самый необычный день города – праздник Угличеполе. В это время в Мышкине пройдет гастрономический фестиваль «Сырные истории», а также «Мышиные бега». А в Переславле пройдет легендарный фестиваль воздухоплавателей. 15 аэростатов из России, Германии и Польши будут поражать своей красотой более 8 тысяч туристов. Впервые в регионе состоится фестиваль русской лени. Это будет в деревне Тыгыдым. Лежать на гамаках, матрасах, печах и подвесных кроватях и совершенно ничего не делать можно будет хоть целый день. Проект развития туризма в регионе проходит в рамках губернаторской программы «10 точек роста». Наши события должны становиться потихоньку частью экономики территории. То есть они должны становиться экономическими эффективными, окупать себя, быть интересными туристам, чтобы туристам было где потратить деньги на этих событиях.